Ребятки, всем привет! Сегодня мы... Это Адлер Сочи, 3 апреля. Мы сегодня приехали в парк орнитологический. Вышли, но на остановке Подкова с Адлера уехали мы на 117 автобусе до Подковы. Стоимость 35 рублей. Сейчас мы вот перейдем на ту сторону, и там этот парк будет. Рядышком с остановкой находится недалеко. Вход здесь бесплатный. Очень мне нравится то, что здесь все заложено везде брусчаткой. Так, ну, режим работы летнее время с 9 до 8, зимнее с 9 до 6. Пойдем смотреть. А это что за здание? Где здание? Вот. Погляди туда. Жалко, конечно, что сегодня пасмурно. Не такие красивые видео яркие будут. Ну, что есть, то есть. Очень много здесь лавочек, конечно, посидеть можно. Аллея заложена членами команды какой-то. Ну вот дальше дорожки, конечно, вот такие насыпные все. Где? Вон там. Вон, давай беги. Территория не маленькая, какие-то растения подписаны. Эвкалипт сизый. Вот этот, еще молодые, видимо. Ты что тут в кустах сидишь? Ты в бегах, что ли? Какой ты смешной. Ты кто вообще? Сейчас посмотрим. Ты не клюешься? Смешной какой. Я таких не видела. Не видела таких уток. Ты смешной. У тебя лицо индюшачье. Ходит себе, гуляет. Ага. Тоже гуляет. Сейчас у тебя мороженое заберет. На еду идут. Ты пыхтишь, как собака. О, тут крольчатник какой. Ой, они тут нор накопали сколько. Хо-хо-хо. Смотри, сколько ямок. Это все зайки накопали норок. Дом 2. Дом 1. О, тут им раздолье-то, конечно, места много. Так они же так выкопать и под забором могут по всему парку. Они бегают там. Но потому что они-то копают глубоко, они, конечно. Павлин искусственный стоит. Вообще худенький. Они просто двигаются много, они не худенькие, они просто мускулистые. Табличка в крольчатнике. Осторожно, звери кусаются. Но кролик может тяпнуть на самом деле, да, Федя? Да. По лицу, лапу, во всех парках кролики это самое интересное для детей на самом деле. Да. У нас на фирме тоже так же, да? Приезжали к енотам, осмотрели только кроликов. Вон там тоже уточки ходят. Где? А вон гуляет, смотри. Здравствуйте! Там попугайчики волнистые, наверное. Что-то все запотевшее у них там никак не увидеть. Вон, смотри, полетел. Пруд там. И змеи, да? Пошли с этой стороны, там, потому что запотевшее все.
Ой, здесь тоже все запотевшее. Вот здесь маленько видно, Федя. И там так же. Птицы. Кто тут в домике живет? Ты смотрел? Курицы? Да. Ну-ка. А, там малыши, уточки, вот, смотри. Уточки маленькие. Очень большие пустые территории. Растительности не так много, конечно. Ну, посмотрим, вон там он что-то цветет, сакура, может быть. Летом, наверное, здесь как-то получше. Ой, целая полянка одуванчиков. Красиво. Иду, иду. Кулики имеретинской низменности. Тут вот утки. Написано, кто водит. Ой, какая красота. Какая красота! Вообще! Эта пальма называется финик канарский. Можно, наверное, его даже из косточки высадить, вырастить. А вид вот отсюда шикарный. На горы. Ребятки, видела у кого-то во дворе вот это дерево с такими интересными листочками. Думаю, как же оно называется? Вот здесь оно подписано. Это эвкалипт Ганна. Интересный такой. А целая роща его здесь. Вот этого эвкалипта. Еще один домик с уточками. Беседка. Ой, какие они красивые тут. Федя перекусывает. Разглядывает печеньки-зверюшки. Да, здесь, конечно, вот отсюда вид вообще красивый. Как бы немножко такой небольшой подъемчик идет. Парк, ну, прям совсем небольшой. Может, сейчас немножечко вот солнце вроде проглядывает. Вот эти пальмы, они бывают женские и мужские. Вот на одних вырастают вот такие вот усики, а на других нет. Я вот не помню, экскурсовод рассказывал, вот с усами это кто, женские или мужские. Вот, а ну и вторые вот без усов. Сосны непростые, написано, что итальянские. Такие вот дорожки извилистые. По фэншую. Да? Да? Пойдем дальше. Посмотрим. Уточки плавают.
Ну, друзья, летом, наверное, конечно, сюда стоит сходить здесь. Летом, наверное, когда вот эти все скелетики, которые сейчас стоят еще без листьев, деревья, когда цветут, наверное, здесь интересно. Покрасивее летом тут будет. Вот с этой стороны тоже можно выйти. Это у нас отель «Русь». Вышли мы как раз напротив отеля «Русь». Ну, это, собственно говоря, вот совхоз «Россия» получается. Пойдем еще вон туда сходим. Мы же не торопимся. Обходим по кругу вот это центральное озеро, так сказать. Ну, здесь вообще ничего интересного. Если честно, я, конечно, надеялась, что здесь, ну, хотя бы немножко побольше будет каких-то птиц. Но тут одни утки. И попугаечник вот маленьких, волнистых, и все. Ну, может, сейчас еще что-то найдем, хотя я уже сомневаюсь. Ну, пойдем уже по мостику пройдем. Конечно, кто вот в этих домах живет, квартиры это. Здесь, конечно, здорово, что вот этот парк рядом есть. Можно приходить, погулять. На фотографиях в интернете у них тут и розовые фламинги, и кого только нету. Ну, может, они позже как-то прилетают, не знаю. Пошли. Ну вот, друзья, здесь табличка есть, что это мушмула японская. Я все думаю, что это за растение. Ее много здесь по Сочи растет. С такими вот, не знаю, ягодки, не ягодки. Но вот это съедобная получается мушмула. Друзья, в общем, обошли мы весь парк по кругу, вернулись к кроликам и сделали такой вывод, что крольчатник в начале парка – это самое интересное, что тут есть. Нет здесь ни лебедей, ни фламинго, ни каких-то других интересных пернатых товарищей. Вот. Ну, уточки там где-то вроде бы еще один, кто цапля, да, Феня? Цапля одна где-то там в кустах вроде как сидела, но это не точно. Уточки, мандаринки, да, красивые, и все. Поэтому стоит ли день своего отдыха тратить на этот парк, я не знаю, решать вам. Вот, ну, я бы, наверное, если бы я приехала на 10 дней, я бы, наверное, сюда не поехала. Вот, возможно, будет достаточно кому-то это видео посмотреть. Вот, ну, максимум один день, один раз съездить, и то, если здесь, сюда приехать и выйти через другой вход со стороны Эмеретинской, со стороны совхоза «Россия», вот, и выйти на Эмеретинскую набережную и туда дальше пойти гулять. Вот, ну, как бы, если так, то еще можно. Ну, а целый день здесь, конечно, делать нечего. Все, надеюсь, это видео было полезным. Всем хорошего отдыха, кто едет отдыхать. Всем удачи, всем пока.